Следующая демонстрация – металлизированный шарик, помещенный в поле конденсатора. У меня в руках легкий шарик, покрыт золотой краской. Я кладу его между обкладками конденсатора, недалеко от одной из них. Шарик, не заряженный, лежит между обкладками конденсатора. Я начинаю крутить ручку электрофорной машины. Понаблюдайте, как ведет себя шарик. Шарик, не заряженный, притянулся к одной из обкладок, коснулся ее, зарядился и бежит на другой обкладке. Там он опять перезаряжается и так бегает от одной к другой в поле конденсатора. Шарик будет бегать до тех пор, пока я буду крутить ручку электрофорной машины. Поле конденсатора совершает работу, перемещая шарик и шарик бегает. Я останавливаю электрофорку, и шарик через некоторое время останавливается. Возможные помехи могут влиять на качество съемки. Это наводит нас на мысль о том, как непросто на самолете развести все электрические приборы, чтобы друг на друга никто не влиял.